Искусство выходит на улицы. В Иванове в самом разгаре фестиваль граффити-полотно. И продолжаться он будет примерно месяц. Самое время организаторам взглянуть на первые работы. Скоро художники выходят со своими идеями на фасады зданий. Эскизы рисунков были одобрены художественным советом. В фестивале «Полотно» художники принимают участие просто ради себя, да, то есть ради того, чтобы проявить свою возможность творить, получить большие фасады в свое распоряжение и подарить нам свое творчество. Подарить городу граффити вызвались 17 художников. Кто-то даже приехал из другого региона. Уличным творцам выдают баллончики с красками. И самое главное – согласованное место для рисования. Как правило, полотна можно будет увидеть издалека. Мы поддерживаем финансово фестиваль «Полотно». А также мы хотим, чтобы оно вышло на межрегиональный уровень, на более федеральный. Пригласили звезду граффити, которая входит в топ-10 по России. Это Молотова Тимура. Если в прошлом году была задана экологическая тематика, сейчас полная свобода творчества. Например, уличный художник Владимир заканчивает свою работу в саду 1 мая. Эта необычная роза с утренней росой, как оказалось, несет в себе большой смысл. Представляю работу в виде как относительного такого золотого кольца. Вот. И капельки это идут как города. То есть они отмечены, их много, вот. И все воедино. Проект планируют завершить в середине сентября. Лучшие граффити выберут на голосование в сети интернет. Победители получат денежные призы от спонсоров. Мария Метлицкая, Антон Осипов, РТВ Иваново.